субботу на ТВ Рус. Меня увидел Александр Артурчиров и попросил меня найти, вот так это все и произошло. Принцессы и королевны в советской стране были вроде бы ни к чему. Моя навеки я, мой милый. Однако прекрасные царевны все-таки встречались, но только в киносказках. Я не должна была выглядеть, как выглядят современные девушки. В сказках снимались известные актеры. Однако вряд ли кто вспомнит имена юных красавиц, которые исполняли главные роли. Сказочки-то закончились. Почему эти сказочные красавицы исчезли с экранов? Больше я сниматься не буду, потому что это уже становится просто неправильным. Как сложилась их жизнь после того, как закончились киносказки? Для меня это было какой-то страница жизни. Сказочные красавицы. Жизнь после славы. В субботу на ТВ Русь.